Итак, прохождение трассы пешком составило 4 минуты 23 секунды. Вы прекрасно видели, что трасса первому достанется свеженькая. И время его, конечно, будет отличаться от того времени участников, которые уже поедут по накатанной трассе. Впереди соревнования по пересеченной местности. Это гонки на квадроциклах и большой барбекю. Меня зовут Слава Птица. Смотрим репортаж.